царь Еремей. Имел он в семействе троих сыновей. Их звали Афоня, Василий, Иван. И сказку про них мы поведаем вам. Yeah.
тот самый Кощей. Мною пугают малых детей. Я всех могу продать, я всех могу купить, лишь не могу здесь заставить меня полюбить. Я Кощей, очень злой Кощей. Я ненавижу всех людей. Я всех могу продать, я всех могу купить, лишь не могу Василису заставить меня полюбить. Я построю Кощеево царство свое. Все трепещут, а я не могу, не могу, не могу без нее. Я всех могу продать, я всех могу купить, лишь не могу Василису заставить меня
но любовь все одолела, но любовь все победила. Стали мужем и женою Василиса и Иван. Его!